Скандал в благородном семействе. Все выходные Америка обсуждала раздор между Дональдом Трампом и его женой, который она, похоже, уже перестала скрывать. Меланья демонстративно нарушила протокол во время поездки во Флориду и отказалась фотографироваться с супругом. Что же так разозлило первую леди? Дмитрий Анопченко собрал все факты. Намеков, что у президентской четы что-то не так, и без того хватало. Когда за каждым твоим жестом следят телекамеры и папарацци, скрыть ничего невозможно. Чего только стоят кадры, когда в момент триумфа на инаугурации мужа Меланья стояла у него за спиной с грустным лицом и искусственно улыбалась только когда Дональд Трамп к ней поворачивался. После этого пресса раз за разом обращала внимание на странные моменты. Вот чета Трампов прибыла в Белый дом на встречу с семейством Обамы год назад. И Дональд уже вышел из машины, а Мелания открывает дверь сама намного позже. Что ж ему уж руку-то не подал, судачила тогда Америка. Но списали все на импульсивность нового президента. Но это были лишь единичные эпизоды. Если между Дональдом Трампом и его супругой случались конфликты, а с кем не бывает, то все они оставались за закрытыми дверями. И лишь сейчас журналисты из президентского пула, те, кто сопровождают главу государства, везде и всюду признаются, видят своими глазами. Таких событий все больше. Мелания не дает себя взять за руку, когда президент пытается сделать это на людях. Вырывает ладонь, как это было во время визита в Израиль. На ежегодное обращение президента к Конгрессу приехала отдельно, хотя по традиции президентская чета прибывает вместе. А в годовщину избрания президента первая леди, хоть и вывесила на своей странице в соцсети поздравление, все-таки статус обязывает, но прикрепила к нему фото, где она в сопровождении не мужа, а охранника. И вот сейчас очередной эпизод, который заставил всю страну уговорить, мол, у этой пары что-то не так. В выходные Дональд Трамп с женой и сыном провел во Флориде. По правилам Белого дома, любая поездка главы государства, даже если это поездка на короткий отдых, это все равно протокольное мероприятие. Проводится аккредитация прессы, журналисты ждут у Трапа борта номер один. Но в этот раз Мелания подчеркнуто нарушила протокол. Отказавшись фотографироваться или даже задержаться на секунду, вырвала руку, стремительно отошла от мужа, оставив президента позади. Трамп в одиночестве помахал фотографом и тоже сел в машину. В чем причина происходящего, пресса сейчас гадает. Нью-Йорк Таймс даже сенсационную статью напечатала, мол, якобы Мелания мстит мужу за интрижку с порнозвездой, о которой только сейчас стало известно. Но правда это или нет, кто знает, а понятно только одно. У Дональда Трампа, помимо борьбы политической, сейчас и второй фронт возник, семейный. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».